下午的客户在烟雾里面，все просто. На вот эту массу вниз действует 10 ньютонов, вверх ты 1. 10 минус ты 1, это 1 умноженное на 2,5, правильно? Вся же система ускоряется с ускорением 2,5. Отсюда ты 1, 7,5. А на этот 1 килограмм вверх тянет Т2, вниз 10, правильно? Вверх же ускоряется, вверх. 1 на 2,5. Отсюда Т2, 12,5. Все? Поняли? Да. Так или не так?